Всем привет! Рада вас приветствовать на своем канале «Стильное вязание» со Светланой Садояровой. Сегодня мы рассмотрим вот такой узор. Очень красивый объемный узор. Этим узором можно связать буквально любое изделие. Данный узор объемный, плотный, в то же время красивый. Посмотрите, это его изнаночная сторона, это лицевая. Я вам показываю его с любой стороны. Так, пожалуйста. Так, начинаем вязать. Для образца набираем любое количество петель, четное. В данном случае я наберу 20 петель. Пожалуйста, набираем петли. Так, набирайте для образца 20 петель. Вот мы набрали 20 петель. Так, вытаскиваем одну спицу. Теперь начинаем вязать. Первый ряд мы будем вязать таким образом. Первый снимаете. Провязываем лицевая петля. Теперь берем накид, делаем, снимаем одну петлю, видите, с левой спицы. Теперь опять лицевая, накид и снимаем петлю. Лицевая, накид и снимаем петлю. Лицевая, накид, снимаем петлю. Лицевая, накид, снимаем петлю. Так мы вяжем до конца ряда. Следующий ряд. Вот мы провязали, перевернули изделие. Первую опять снимаем, это второй ряд вяжем. Так, вот мы где делали накид, провязываем 2 петли. Одной провязали. Теперь делаем накид, но нить за работой. 2 петли одной провязываем, делаем накид и снимаем петлю, нить за работой. 2 петли одной провязали, накид, снимаем петлю с левой спицы, нить за работой. 2 петли провязываем одной, снимаем накид и снимаем петлю. 2 петли одной, накид, снимаем петлю. Так вяжите до конца. Переворачиваем мы изделие, вяжем теперь третий ряд. Первую снимаете, третий ряд таким образом вяжется. Вот смотрите, сейчас вяжем лицевая, теперь вот накид наш, мы просто его снимаем. Теперь опять одна лицевая, вторая лицевая, накид снимаем. Раз, два, лицевая, накид снимаем. Лицевая одна, вторая, снимаем накид. Раз, два, снимаем накид. Раз, лицевая, вторая, снимаем. Один, два, снимаем. Накид. Так, 2 лицевых снимаем, 2 лицевых снимаем на правую спицу, теперь лицевая и изнаночная кромочная петля.
Так, переворачиваем теперь на обратную сторону. Теперь вяжем так. Первый снимаете, четвертый ряд. Теперь мы следующую делаем накид. И вот петлю снимаем с левой спицы. Теперь вот две петли. Накид и просто петля. Мы провязываем 2 петли одной. Теперь накид снимаем. 2 петли одной. Накид и петлю снимаем. 2 петли одной. Накид. Петлю захватываем, снимаем. 2 петли одной. Так, накид. Снимаем петлю. 2 петли одной. Накид. Вместе с накидом снимаем петлю. 2 петли одной. Накид. Сняли. Теперь 2 петли одной. Накид. Петля с левой спицы снимаем вместе с накидом. 2 петли одной. Накид. Снимаем петлю. Вот таким образом получается. И 2 петли провязываем одной лицевой. Так. И изнаночная последняя. Так, это четвертый получился. Так, теперь следующий ряд. Пятый. Так, вяжем мы первую сняли. Лицевая. Раз, два. Вот этот накид просто снимаете. Лицевое. Раз, два. Снимаем. Раз, два. Снимаем. Раз, два. Две лицевых. Снимаем нить за работой. Раз, два. Снимаем нить за работой. Раз, два. Снимаем нить за работой. Один, два. Снимаем нить за работой. И так вяжите до конца ряда. Так, провязали мы. Теперь на перевернули на следующую сторону, на изнаночную. Так. Теперь мы первый снимаем, провязываем 2 петли одной. Накид снимаем. Две петли одной снимаем, накид и снимаем, 2 петли одной, накид и снимаем петлю, 2 петли одной, накид снимаем. И так до конца ряда вяжем. Провязали. Так вяжите, повторяйте рисунок со второго ряда. То есть теперь повторяется рисунок со второго ряда. Ничего сложного нет, но красивый объемный рисунок и плотный. Первую мы сняли, провязали одну лицевая, этот накид снимаете. Две лицевых, это я вам еще напоминаю. И накид сняли, 2 лицевых, повторяйте, накид сняли, 2 лицевых, накид сняли, 2 лицевых, накид сняли, 2 лицевые, накид сняли. Так, до конца ряда вяжите. Теперь, я думаю, все понятно, можете сами провязать несколько рядов.
Рисунок периодически повторяется. Вот мы провязали несколько рядов. Смотрите, что у нас получилось. Очень хороший, красивый узор. Он нам напоминает даже как бы ткань буклированную. Мягкий, плотный, теплый. Изделия будут теплые. Подходит буквально ко всем изделиям. Можно любое изделие таким узором связать. Так, пожалуйста. Спасибо за внимание. Благодарю, что заходите на мой канал. Подписывайтесь. До новых встреч. Всего доброго. Еще раз благодарю. До свидания.